Кузнець Кудільський. Що ви думаєте, ми в Молдавію так і не поїхали? Вирішили не ризикувати, ніяких тестів не здавати, ніяких прививок не робити. Заїхали в Чернівці на базар, кое-что скупилися і поїхали в Кам'янець-Подільський на ріку Дністер відпочити. Вже позвонили, знайшли себе, де будемо жити. Зараз туди добираємося. Каньон. Так, там даже не видно, что внизу река или что. В общем, сейчас мы проедем через мост и будем искать улицу Ануфриевскую 5. Город в каньоне, что ли? Вообще не знаю, видно, не видно. И сразу сейчас тут есть направо манет, але 90 градусов я сказал. Так мы повернули. Через... Или как? Что ты пишешь? То пишет тебе то, что налево поворачивать. Польская, Лебедина, Турецкий бастион. Ну, в общем, давай прямо. Куда прямо? Сюда вниз, что ли? Угу. Я сомневаюсь. А ты уверен, что это по этой дороге надо или по той? Я знаю. Вы не подскажете Унофриевска? Это местные, на жаль, не подскажешь. Як? Та їдь вже через ту браму, а як? То ж дорога. Я не знаю. Ну як не знаю. Ну, знака-то нету. Значить, можна. Що не запрещають, то розрішають. Через таку браму їдемо. Вітряна брама. Що, тут вітер лапає чи що? Я не знаю. Куди бастіон такий? Старый город. Ну давай, давай вниз потихонечку. Так, вот на столбе указатель. Ануфриевская биля речки. Нам туда. Через мост. Наверное, через мост. Не думаю, что под мост. Такие остатки старых развалин всяких. Вон биля речки, вон. Вон, видишь, он пошел биля речки. Ой, какой велик, млин. О, смешно. В общем, сейчас подъедем.